и просто полюбуемся. Очень артистичные девочки, посмотрите, гармонично подобраны. Обратите внимание сейчас на их композицию. Вот не показали... Да потому что никто не был к этому готов. Да, да. Они на такой высоте исполняют. Да. Не, ну они плохо показывают, это понятно. Посмотрите, какие яркие костюмы. Посмотрите, как легко они двигаются. Вот они делают, посмотрите, какую пирамиду. Средняя удерживает. Господи, ну как же они... И вот она делает печатку. Вот, посмотрите, какая красивая оригинальная пирамида. И все это легко. Вот среднее переходит в другое положение. Все четко, уверенно. И ни один мускул. И сейчас дальше пойдут улыбаться. На всех соревнованиях зал встречает их овациями. Легкость в исполнении и элементов, и композиции, несмотря на то, что сложность очень высокая, самая высокая у всех на чемпионате. Уже заранее оператор отъехал назад. Да. Теперь уже научен. Ну, хотя там был элемент посложнее, повыше, да. Они, конечно, являются бесспорными лидерами нашей команды на протяжении уже многих лет. Смотрите, как композиция распределена по помосту. Исполняют элементы с такой легкостью. Ну, конечно, чувствуется и опыт, уже большой опыт выступлений у этих спортсменок. Замечательно. Молодцы. Ну, оценка должна быть высокая. Вот сейчас, ну как, может, опять нам не покажут. Может быть, и... Нет. Ох. Вот не показали. Ну, тройное сальто. Попытались показать. Здорово. К сожалению, не увидели мы. Вживую надо смотреть такие соревнования. Вживую очень интересно, очень захватывающе. Ну, а что им сейчас поставить за сложность вот при таких вот... Так, сейчас... Трюках. Но 10 баллов у них будет. 10 еще какой-то надбавкой, да, получается, или как? Тех вот было 10.005. Значит, у них 004. Была сложность чуть больше 230 единиц. Угу. Вот сколько у нас сложность? Я не знаю, в квалификационных соревнованиях. 230, получается, больше... 230. 230 нет. Единиц – это 10 баллов ровно. А, все, понял. За каждую. 10 да, баллов ровно.